А теперь о культуре. В Чегеме открылась выставка работ художника, графика, чеканщика и ювелира Ратмира Браева. Представленные экспонаты в основном демонстрируют традиционные атрибуты быта горцев. Это национальная одежда, ювелирные украшения и оружие. У мастера есть целая коллекция отреставрированных клинков, сабель и кинжалов. Предмет особой гордости – адыгский столик из дерева с тремя ножками. В прошлом году работа была признана лучшей на Российской неделе искусств в Москве. Особое внимание привлекают нетипичные экспонаты – японская катана и мушкет образца 18 века. Их автор также изготовил сам.